«Лада Калина» и «Лада 14-й модели» столкнулись на перекрестке улиц Кулахметова и Шамиля Усманова. Виновника нашли сразу, отрицать он ничего не стал. Рассказал, что началось все с неудачного маневра. Мужчина стал поворачивать со среднего ряда. К чему это привело, расскажет Илья Хайрудинова. Никто не пострадал, нормально все себя чувствуют. Удар был достаточно сильным, тем не менее, пострадавших в аварии не было. По предварительной версии, ее виновником стал водитель «Лады Калины». Мужчина признал свою вину и рассказал о том, как все произошло. С хвоста не разворачивался, хотел развернуться, да. И 14 сзади вас ехал, да? Нет, не сзади, а я в середине вас ехал, а... Ну, я не выступил, он ударился. Как результат, 14-я въехала в «Ладу Калина», которую, в свою очередь, отбросила на отбойник. Учитывая, что автомобиль ВАЗ-2114 уже не мог двигаться своим ходом, участники аварии остались дожидаться на месте автоинспекторов. Алия Хайрудинова, Нафиса Миниязова, Азат Самигуллин, вызов 112.